Ну, друзья, с вами, как всегда, говорящая голова. Сегодня мы находимся в клубе «Объект». И с нами сегодня Мария Рудова. Маш, привет. Она самая. Добрый день. Маш, вот наших ребят, наших начинающих спортсменов, и молодых, и тех, кто хочет заниматься практической стрельбой, интересует вопрос, а какое снаряжение вот мы используем в практической стрельбе? Можешь рассказать? Ну, кратенько, в двух словах. Конечно. В первую очередь для спортсмена нужен внутренний ремень и внешний. На нем держится остальное оборудование. То есть подсумки и кобура. В кобуре у нас находится пистолет, по сумках магазины. Маш, а давай чуть-чуть поговорим по вот этим вот вещам. Ведь это на самом деле внешне это не очень похоже на кобуру. Как она вообще работает? Вот, каким макаром пистолет здесь крепится, допустим, или за что он держится? Ну, смотрите, тут все очень просто. У меня вот похожая кобура. Как мы видим, что крепится она вот тут вот так. И пистолет вставляется, можно я возьму, да? Вот таким образом. У меня она не под этот пистолет, но суть вы поняли. Ну, идея понятна. Вот, собственно говоря. А подсумки? Подсумки, вот это обычные подсумки. У меня тут есть еще магнит, на него тоже можно крепить магазины. Маш, а расскажи, магнит для чего? Вот мы здесь на столе, мы не видим здесь ничего, практически никаких магнитов. А у тебя... Магнит это тоже подсумок считается. Вот он у меня, он чуть-чуть залеплен, чтобы легче было снимать с него магазины. Его обычно используют, как, чтобы накрепить на него магазин, который мы первые будем вставлять в пистолет. Там, когда нам говорят зарядить, приготовиться. Ну, или же, когда мы начинаем с полностью разряженным оружием, мы с него заряжаем.